«Скиф» — это больше, чем клуб. Это первый в Беларуси военно-патриотический центр специальной подготовки молодежи. Здесь учат прыжкам с парашютом, погружению с аквалангом, оказанию первой помощи. И через каждое занятие преподаватели доносят до ребят мысль. Знания даются для того, чтобы защищать себя, своих близких и быть готовым стать на оборону страны. Беларусь — это родина, где я родился, где жили мои родители, дедушки, бабушки, которых я люблю, уважаю. Каждый парень обязан пройти как минимум срочную службу. Занимаюсь на протяжении 2 лет уже, пришел довольно поздно. Он наверстал все быстро, освоил программу быстро. Но мы ездим на учения в 5-ю отдельную бригаду, в Брестскую бригаду. Недавно центр посетил министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин. Ему подробно рассказали, чем занимаются юноши и девушки. Ознакомились с небольшим, но информативным музеем ВДВ, созданным воспитанниками и выпускниками Брестской гимназии имени Маргелова. Руководители «Скифа» подчеркивают, они готовы делиться накопленным опытом и работать с детьми со всей страны. Нужно активные занятия с использование материально-технического обеспечения соответствующего. По итогам 2020 года президент сказал, сложная ситуация, враг у ворот стоит. Надо хотя бы старшую молодежь обучить обращаться с оружием. И мы каждый сезон ездим по лагерям, по санаториям детским, берем свое железо, своих инструкторов и работаем с детьми. Работа с детьми – кропотливый труд. У каждого ребенка свой характер, свои интересы. Увлечь всех общей идеей, сделать так, чтобы ребята сами хотели идти на занятия, по силу не каждому. Люди военные сродни опытным педагогам. А потому и воспитание патриотов доверено в первую очередь тем, кто сам готов постоять за свою страну. И работа эта дает плоды. Дмитрий Бондарович, Александр Сос, телекомпания «Воен ТВ». Специально для программы «Наше утро».